Модель Анастасия Костенко не так давно стала мамой и в свободное время публикует снимки своей семьи в Инстаграм. Девушка явно переживает то, что после родов еще не успела прийти в прежнюю форму. А ее супруга, Дмитрия Тарасова, буквально бесит, что супруга еще не похудела. Тарасов заставляет располневшую Костенко фотошопить снимки для соцсети. Так сказать, держит марку от злых языков и самой Бузовой. Ни для кого не секрет, что Тарасов очень тяжело переживает успехи бывшей жены. Ее многомиллионное состояние и слава рухнули на нее сразу после развода с футболистом-неудачником, чем сильно задели его мужское самолюбие. В сети отмечают, что если бы не Ольга Бузова, никто и никогда бы не узнал, кто такой футболист Дмитрий Тарасов. Поскольку супруга футболиста не успела похудеть к отдыху на Мальдивах, но публикация фотографий обязательна для оплаты курорта рекламодателями. Ей приходится постить, что есть, но изрядно фотошопить перед этим. Стоит отметить, что отели часто предоставляют бесплатное жилье для блогеров и популярных людей за рекламу, чем и воспользовалась семья миллионера-футболистка. Пользователи отмечают, что Костенко еще не научилась как следует обладать волшебной палочкой фотошопа, и поэтому фотографии смотрятся смешно и нелепо.